Ну, доброе утро. Мы едем на сафари. Уже рассвело. Какой он джип. Вот еще джип стоят. Там будочка, где продают билетики. Мы все сидим. Выходить мы из машин не будем. Будем смотреть. Отлично. Какое оно так красивое. Отлично. Стоит, красавец. Вообще, он так хорошо еще стоит. Стоит, да, он к нам пришел. Молодец. Ой-ой-ой! Что на нем? Так. Хобот поднимает. Вообще, когда ушами шевелит, что он сказал? Он агрессию проявляет. Нормально. Он же хлопами тынет. А у тайцев, когда они хобот поднимают, значит, он здоровается. В Таиланд, когда ты приезжаешь, они там, ну, если ты тоже идешь к слонам, они вот так поднимают хобот. Ну, такой добренький какой-то. Да. Чистенький. Не агрессивный. Может, они его привели сюда, поставили временно? Будто правда привели, поставили. Помахи вот так. Привязали там, чтобы он далеко не уходил. Он прям позирует. Очень хорошо получилось. Больно подозрительно. Стоит долго, да? Ой, пошел, красавчик. Он меня услышал. Сказал, я похожу, пожалуй. А то вы не верите, что я дикий. Что они там стадами живут, он только один, все остальные. Может, самец. Они же отдельно. Самец. Они же отдельно ходят. Ну да. Конечно, они не ходят. В дикой природе интересно. И кто-то ему не помыкает палкой. Перепельно. Сам гуляет, вернулся. А, нет. Идет, идет прямо. Красиво. Мне кажется, это слоненок еще. Больно он какой-то не очень большой. И это потому что издалека. Сейчас как подойдет хоботом по башке и ударится, и все будет нормально. Прям идет как этот, да, как из мультика. Мама. Слушайте. Поехали отсюда. Папа к нам идет. Вот это поехали он отсюда. Он сейчас таким настроением хорошим идет. Да ладно, пусть идет. Да нет, они же знают. Да он пить идет. Он же купаться идет. Ну да. Хороший. Хороший такой, правда. Какой мультик был с этими, со слониками? Да? Прям напоминает мне какой-то мультик. Ой, еще, кстати, один кабан какой-то. Ходит. О, боже. Так. Так. Как они здесь дружно, а, все. Ну, на водопой. Да, 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 о, точно, утро. Попить. Утро, все да. Пришли. И птички, и звери. А птички, как это, и вот полочек. Крокодил там не вылез? Они вечно в воде. У них вечный водопой. Водопой, да, идет. Там кабанчик. Это красавец. Кабан нет такой. Мишка рядом. Какой, какой, вот прям. Да, очень красивый. Угу. Слушайте, у него шрам там на голове? Или это мне так кажется? Грязь. Это грязь. Купаться сейчас будет.
мешком там сидит. Ну он не толстый, он какой-то худенький. Ну он же в живой природе. Его что не кормит, он сам себе питание. Ой, так пьет. Ой, что ты творишь? Показываешь нам такие прелести. Слушайте, кабанчик там улегся. Видите, он там лег полежать. Блин, я вот только не могу, он лежит тропиком таким. Это он прошел, кабанчик. Кабанчик, вот пофиг. Что дальше? Да, ладно. Давай, давай, давай. Я тоже сняла. Красота. Укачала? Нет, это просто я тут живу, что я ходила в туалет. А, я тут тоже живу. Не обращайте внимания, когда сбудками за кадром. Повторюсь, что это женщина. Да, ты что, не надо. Ой, которую тебе рассказывали, которая тоже приспичила. Ой, ребята, там впереди, помимо слона, который вот здесь, друг, прям рядом ходит. Мы уже на слона не смотрим, мы смотрим там павлины впереди, с хвостами. Сейчас я увеличу. 5. Там их 5. Здесь 5. Вот. Давай двоечку поставим. Это мой золотой. Ты нас будешь провожать до Москвы? Там павлин на дороге ходит прям с хвостом, с распушенным. Какие у него ноги интересные. Слушайте, никогда не обращал внимания на их ноги. Прямо на самой конечности. Он нам показал себя целиком. И спереди, и сзади. Да, который нас провожает, такой слоник в шаговой доступности. Как он? Наша дружная компания. Вообще. Ой. Там впереди павлин, видите? Вот он. Вот он, павлин. Вот он, красавец. Молодец. О, куда пошел, куда пошел, куда пошел. Пошел. Вот. Вы не стоите? Да, все. Дорогие друзья, мы вот только видели леопарда, который нас не съел. Мы идем на море. Смотрите, какая красота. Океан. Это джунгли. Я хочу посмотреть воды. У нас сафари. Так, разуваемся. Ой, ой, видите, какая волна? Обожаю. Видите, какая волна? Класс.
Ну давай. Хоть там записываю. Вот, дорогие друзья, я стою. Воды нет. Но мне намочило штаны. Над этим отличается океан. И сумку, кстати, у меня там падает, наверное. Да, и не сумки мокрые. Отлично, готовилась сумка. Но мы на сафари. Ну где еще волны? Тишина. Супер. Здесь рядом лежит. Я не знаю, кто это. Вот как они называются? Буйвол. Ну, короче, свинья лужу найдет. А вот там, смотрите, я сейчас. Увеличить-то. Не видно. Я вообще ничего не вижу, что я снимаю. Я хотела павлина снять. Он там вот под деревом стоит. Смотрите, как это самое. Угу. Вот. Скала. Болото. Скала похожа на слона, посмотрите. Павлинчики. Да, тут где они, хвостатые? Ну, это череп слона, говорят. Похоже. Да, это слон. Макаки. Ой, я прям сняла, как он прыгает. Это действительно, там вас много, давайте все выходим. О, еще. Ой, как они. Прям снегопад какой-то из них. Из обезьян. Ой, блин, не поймала, жалко. Все, больше никого нет. Все, все.